Доброго времени суток. Хочу поделиться нашими новыми небольшими успехами, которые происходят после знакомства с Давидом. Сегодня 42-й день нашего знакомства, и сегодня у нас был 15-й сеанс. Что хочу сказать? После сеансов я сама чувствую какой-то прилив сил, бодрости и просто оптимизма. То есть появляются какие-то новые силы для того, чтобы заниматься, работать с ребенком. Это... Я считаю, очень важно, это самое главное. Так же, как я уже писала, у нас с Дианой прогулки теперь проходят очень спокойно. Даже если ребенок выходит и, в принципе, настроен все равно бежать на свою любимую площадку и качаться, то все равно ее можно уговорить, сказать, что мы сейчас пойдем погуляем, и затем там, пойдешь качаться. То есть раньше было ребенка совершенно не уговорить, она все равно рвалась всеми способами на площадку именно. Сейчас она соглашается, мы идем с ней спокойно гуляем, либо просто за руку она идет, или рядом просто. Иногда, если бежит вперед, я ее прошу, чтобы она далеко не убегала, она слушается. То есть прогулки у нас теперь действительно проходят очень спокойно, и вот эту проблему я, в принципе, уже и вычеркнула из нашего списка тех проблем, дел, которые нам нужно решать, над которыми нужно работать. Также Диана чаще стала говорить «я» на себя. То есть ее зовешь, она часто говорит «я бегу», или там, допустим, говорит «я упала», «я споткнулась». Именно чего раньше было, но не так часто, как сейчас уже стало появляться. Конечно, в зеркало и на фотографиях она, в принципе, когда ее спрашиваешь, она говорит, что это Диана. Но вот именно какие-то действия она уже озвучивает, что именно я что-то делаю. Также мы продолжаем слушать музыку, которую нам рекомендовал Давид. Сейчас я стала перед сном Диане включать. Ее Диана засыпает с ней просто еще быстрее, чем раньше. Стала засыпать после нашего знакомства с Давидом. То есть она и так уже более спокойно стала засыпать. Сейчас музыка ей очень нравится, она даже сама просит ее включить. Я включаю эту музыку, и она спокойно ложится и очень быстро засыпает. Вот. Такие вот у нас небольшие успехи происходят. Работы у нас еще очень много. Основная такая, я считаю, одна из основных таких наших глобальных проблем – это Дианины истерики частые, капризы. И над этим нам нужно работать и работать. Давид подсказывает нам, что подсказывает мне, что нужно делать. Я стараюсь это все выполняю. И очень надеюсь, что скоро эта проблема тоже будет решена с помощью Давида. Вот. Спасибо большое всем за внимание. В очередной раз огромное-преогромное спасибо Давиду, который уделяет нам свое драгоценное время. И желаю всем успехов и терпения. Спасибо. До свидания.